Доктор Мабузе, гений игры. Юкка Фильм, филиал Декла Биоскоп, представляет. Фильм снят по роману Норберта Жака, опубликованному в Берлинер Иллюстрирте Цайтунг. Автор сценария Теа фон Харбоу. Режиссер Фриц Ланг. Художники-декораторы Отто Хунте и Шталь Урах. Руководство фотосъемками Карл Хоффман. Костюмы исполнительниц главных ролей были изготовлены по проектам Вали Райнеке в ателье Шлата Шедлера и Моснера. В главных ролях доктор Мабузе, Рудольф Клейн-Рогге, Кара Короче, танцовщица, От Эжет Ниссен, графиня Дасси Тольт, Гертруда Велькер, граф Тольт, Альфред Абель, прокурор фон Венг, Бернхард Гёцке, Эдгар Халл, Пауль Рихтер, Шпёри, Роберт Фостер Ларинажа, Георг, Ганс Адальберт фон Шлетта, Пеш, Георг Джон, Хаваш, Карл Хутцер, Финна, Грета Бергер, Карстен, Юлиус Фалькенштайн, Русская, Лидия Потехина, Эмиль Шрам, Юлиус Херман. Великий игрок, портрет эпохи. Действие первое. День из его жизни. Вы опять накачались кокаином, Шпёри. Вы же знаете, что я этого не выношу. Если еще раз увижу вас в подобном состоянии, вышвырну на улицу, как собаку. Если вы это сделаете, я пущу себе пулю в висок. Торговый договор. Порядок.
Георг. Получены сведения, что 1 марта через Швейцарию во Францию будут транспортированы килограмм платины и сальварсана на 3 миллиона и 160 тысяч тюков хлопка. Шпёры, банкноты. Опять вы опоздали на 10 минут. Когда вы работаете на меня, опозданий быть не должно. Учтите это на будущее, Пеш. Успокойтесь, прошу вас. Если хотите, можете воспользоваться моим автомобилем. Торговый договор.
Позаботьтесь о том, чтобы экстренный выпуск в нужный момент появился на бирже. Через полчаса после этого должен быть обнаружен портфель с договорами. Ясно? Я так больше не могу. Жить на скорости 200 км в час – это какое-то людоедство нашего времени. Что же ты тогда не пойдешь своей собственной дорогой, мальчик мой? Вот-вот, если бы не было этой ликвидационной бригады, что бы тогда? Что, решил наконец домой заглянуть? Свинья ты помойная! Они слепые. Пока курс европейской валюты не перестанет снижаться, будешь изготавливать только доллары.
Экстренный выпуск. Заметка. Экстренный выпуск. Нападение на курьера. Украдены секретные договора чрезвычайной важности. Голландский курьер, который должен был доставить в Женеву голландско-швейцарский секретный торговый договор, подвергся нападению в скором поезде и был найден оглушенным. Портфель с договором исчез. Преступник не оставил никаких улик. Есть основания опасаться, что в случае предания договора гласности Швейцария может от него отказаться. В результате чего непосредственно задействованные в нем голландские концерны-производители кофе и какао окажутся на грани катастрофы. Штернберг продает, значит, дело действительно дрянь. Обвал акций. Покупаю. Заметка. Экстренный выпуск. Нападение на курьера. Украдены секретные договора чрезвычайной важности. Голландский курьер, который должен был доставить в Женеву голландско-швейцарский секретный торговый договор, подвергся нападению в скором поезде и был найден оглушенным. Портфель с договором исчез. Преступник не оставил никаких улик. Есть основания опасаться, что в случае предания договора гласности Швейцария может от него отказаться. В результате чего непосредственно задействованные в нем голландские концерны-производители кофе и какао окажутся на грани катастрофы. Портфель с голландско-швейцарским торговым договором был найден железнодорожным обходчиком. Тот самый секретный договор. Договор в целости и сохранности был передан в швейцарское консульство.
Швейцарский секретный договор в целости и сохранности передан в консульство. Для паники никаких причин нет. Подробности будут известны позднее. Повышение курса. Продаю. Биржа закрывается. Конец первого действия. Действие второе. Ночь из его жизни. Филармония. Научные доклады. Серия четвертая. Сегодня. Третья лекция психоаналитика профессора доктора Мабуза на тему «Психоанализ и его роль в современной медицине». Начало в 8 часов. Я убежден, что если мне удастся найти, как установить между врачом и пациентом контакт таким образом, что всякое постороннее вмешательство будет абсолютно исключено, то в будущем 80% всех нервных заболеваний мы сможем лечить при помощи психоанализа. А теперь, господа и дамы, когда, наконец, отгремели ваши бурные аплодисменты, я беру на себя смелость представить вам сенсацию театра «Фолиес Бергерес» — госпожу Кару Короча. Thank you.
Для меня заказывали ложу из отеля «Эксельсиор». Третья ложа, второе кресло. Эдгар Халл. Единственный сын фабриканта Пауля Халла. Состояние 90 миллионов. Член клуба 17 плюс 4. Право, не стоит беспокоиться. Я лучше пойду домой. Так вдруг голова разболелась. Госпоже Каре Короче. Добрый вечер, господин Халл. Вы меня не узнаете? О нет, господин Халл, вы меня знаете.
Вы ведь собирались пойти в клуб, господин Халл. Могу я составить вам компанию? Клуб 17+4. Это Балинг. Для тебя зарезервирован 111 номер в отеле «Эксельсиор». Дальнейшие поручения ждут тебя там. Халл проигрался уже в пух и прах. Банк держит некий господин Балинг. Этот господин играет картами, которые предоставляет сам клуб. Смею посоветовать вам, господин Халл, не играть сегодня больше. Прошу, примите во внимание определенную неловкость, которую я испытываю перед господином Халлом, будучи в вашем клубе лишь гостем, и разрешите мне метать банк еще пару кругов. Thank you.
Господа, уже 5 часов. Не пора ли заканчивать? Ва-банк! Я опять проиграл. До завтрашнего вечера вам придется удовлетвориться только 20 000 марок наличными и распиской еще на 150 000. Могу я узнать ваш адрес? Хьюго Баллинг, отель «Эксельсиор», номер 112. Я играл. Я проиграл. Но с кем я играл? С этим своим другом. Другом? Каким еще другом? Я его видел впервые в жизни. Кто вообще привел его в клуб? Хал, ты, по-моему, здорово перебрал с выпивкой. То ты играешь ва-банк при явном провале, то заявляешь, что знать не знаешь человека, с которым сам же сюда и пришел. Ты играешь ва-банк. У тебя на руках идеальные карты. И в этот момент ты бросаешь игру?
Что со мной творится? Конец второго действия. Действие третье. Отель «Эксельсиор». Простите, я, должно быть, ошибся дверью. Мне нужен был 112 номер. В таком случае господин Баллинг, видимо, неверно указал номер. Баллинг — это я, Хьюго Баллинг. Это вы написали вот это? Значит, я вам не проигрывал вчера в карты 150 тысяч марок. В соседнем номере. Что не получилось отдать мужчине, то можно потратить на женщину. Девятое ноября, четверг. 27 ноября, понедельник.
Прокурор фон Венк. Обойдемся без долгих предисловий, господин Халл. Я пришел сказать вам, что с этого дня вы находитесь под непосредственной защитой полиции. Последние 6 недель или около того к нам массово начали поступать жалобы на карточных мошенников. Ни в одном случае факт жульничества доказать не удалось, но их удачливость настолько невероятна, что вполне очевидно, что дело здесь нечисто. Каждый раз это бывают разные люди. То некий юный господин, то почтенный обыватель, то светловолосый американец, то русский брюнет. Каждый раз кто-то новый. Не исключено, что все это один и тот же человек. Ваш случай с этим загадочным господином Баллингом, о котором мне рассказал Карстен, побудил меня обратиться к вам за поддержкой. Мы не знаем, почему господин Баллинг отказался от своих 150 тысяч. Было ли это мерой предосторожности или просто причудой? Неужели я для тебя действительно стала только орудием? Ты вот уже как 10 минут должна была быть у Халла. Thank you.
Я убежден, что он предъявит вам вашу расписку тогда, когда вы меньше всего будете этого ожидать. В таком случае вы должны немедля известить об этом меня. Еще кое-что, господин Халл. Я попросил бы вас, если вы станете кому-либо рассказывать о моем визите, описать его как частный. Это она. Что это за подозрительные знакомства у тебя появились? Он хотел, чтобы я ввел его в пару карточных клубов. Гарди, будь благоразумен. Смотри, не впутай нас в какую-нибудь историю с этим своим прокурором. Гриль-бар Шрамма. Ресторан «Пале» Шрамма. Частный кружок Шрамма. Эмиль Шрам, собственник.
1922. С ремеслом не пропадешь. Я вас охотно представлю, но ее настоящее имя узнать не рассчитывайте. Его не знает никто. В кругу картежников ее называют просто бездеятельная, потому что сама она никогда не играет. Сударыня, позвольте представить вам господина фон Венка, самого восторженного почитателя вашей красоты. Господа, кто будет метать банк? Как могла такая женщина, как вы, оказаться в подобном обществе среди спекулянтов, картежников и публичных девок? Мы утомлены однообразием, господин фон Венк. Нам требуется ощущение совершенно особого рода, чтобы сделать свою жизнь не такой невыносимо скучной.
А почему вы не играете? Страсти, пробуждаемые игрой, я предпочитаю наблюдать в других, не входя в слишком тесный контакт с самими играющими. Примите вот это. Я купила его у Тиффани в Нью-Йорке за 50 тысяч долларов. Ставлю против всего банка. Вы берете? Четыре. Вот, желаете поизучать характеры? Полюбуйтесь на эту русскую, когда она проигрывает, она просто великолепна. У меня было только три. Я хотела брать, но я просто не могла. Он так смотрел на меня своими ужасными глазами. Настоящий дьявол! Да, у него были глаза злобные, как у хищника. А кто за игровым столом похож на ангела? Если вы действительно джентльмен, каковым я вас считаю, помогите мне немедля покинуть эту залу незамеченной. Как прикажете это понимать? Здесь присутствует господин Халл. Thank you.
Эдгар Халл. Настоящим подтверждаю свой долг господину Баллингу в размере 150 тысяч марок. Срок выплаты 2 ноября, 4 часа пополудни. Подпись Эдгар Халл. Вас пытаются одурачить. То, что я сразу не взял свои 150 тысяч, исключительно мое дело. Игра есть игра. Это дело между мной и вами, и никакому прокурору нет нужды в это соваться. Действие четвертое. На следующее утро. Вы сидели рядом с ним и не узнали. Неужели вы не понимаете, кто был, по-вашему, этот светловолосый молодой человек у шрама? Тот самый господин Баллинг, этот ваш достойный пожилой господин. Все это делается для вашей же безопасности. Но ничего не предпринимайте, не известив об этом предварительно меня. И еще одна вещь, господин Халл. Будьте поосторожнее с госпожой Карой Коротче. Любезный Халл, даже самая очаровательная женщина – очень плохой хранитель секретов. Прокурор фон Венк. Я хочу в роли эдакого азартного торгаша-картежника пройтись по тайным карточным клубам и заманить в ловушку этого великого неизвестного. И ты должен мне в этом помочь.
Отправляйся сейчас же к Короче и раздобудь мне через нее список этих тайных клубов, которые я отныне начинаю ежевечерне посещать. Глубокоуважаемый господин фон Венг, поскольку я, как мне кажется, обязан вам кое-что разъяснить, я также не хочу, чтобы вы считали меня женщиной, ищущей в карточных клубах дешевых приключений. Я хотел бы пригласить вас сегодня вечером в 5 к себе на чай. Преданная вам Дасси, графиня Тольт. Прошу вас, не возлагайте на меня ответственность за то, что вы здесь увидели, господин фон Венг. Это хобби моего мужа. Я должна вас поблагодарить. Вы спасли меня от мучительных разъяснений, а моего мужа — от малоприятного открытия, что его жена ищет отдыха от затхлой атмосферы его дома в ночных ресторанах и игровых клубах. Мне нужно жить, нужно постоянно открывать неизведанное. Само это ощущение — постоянные приключения, но мне кажется, что все это уже перевелось на свете. Вы несправедливы, графиня. Приключений еще осталось немало, и прямо сейчас я участвую в одном из наизанимательнейших. Не хотите ли вы присоединиться? Этот человек мой противник, которого я преследую. Я даже не знаю, кто он. Я только знаю, что он есть.
Я хочу тебя предупредить. Впервые в жизни мне за тебя по-настоящему страшно. Остерегайся фон Венка. Приведите мне хоть сколько-нибудь убедительное доказательство существования этого вашего великого неизвестного, и я готова стать вашей союзницей в борьбе против него. Ты играешь с деньгами, с людьми, с судьбами, но самую страшную игру ты ведешь с самим собой. Ни пуха, ни пера, Карстен. Вечер третий. Андреас, Штрассе 67, салон мод, пароль голубой писец. Шифердам 110, винный ресторан, пароль откатчик. Пале Андалузия. Ананас. Вам кокаин или карты? Карты. Касса.
Простите, у вас китайские очки? Да, они из Цинаньфу. Цинаньфу. Вы берете. Цинаньфу. Вы берете. Нет. Берете. Нет.
А это был, случайно, не тот господин из номера 340? Нет, это был голландский профессор из номера 321. Я хотел бы поговорить с управляющим. Кто живет в номере 321? Профессор Ван ден Грюик. Он живет один? Каким же тогда образом? Уведомьте об этом вашего гостиничного детектива. Смылся. Кто покидал отель в течение последних 10 минут? Только заведующий канцелярией. Я все это время был в канцелярии.
Думаю, вы сможете спокойно продолжать сдавать 321 номер. Конец четвертого действия. Действие пятое. Пробуждение. Виски. Я велел Шпёре и Хавашу быть здесь в 6. Почему их еще нет? Это можете передать обратно господину прокурору. Я не мародер.
Прокурор Норберт фон Венг уполномочен производить любые аресты, а также требовать всяческого содействия от полицейских, государственных служащих, учреждений и чиновников на транспорте. Его распоряжения имеют обязательную силу. Я хочу видеть короче. Ну что, с успехом вас! Ах ты, треклятая ищейка! Ты еще смеешь рот открывать, каналья? За что я вам вообще плачу, если вы при первой же возможности облапошились как бабы и дали прокурору улизнуть? С Халом пора покончить, но прежде всего с Венком. Этим займется Георг. Вы двое будете ему помогать, а короче, все это подстроит. Господин прокурор, полчаса назад какой-то шофер просил передать вам посылку. Thank you.
Гарди, я забежала всего на секундочку, чтобы сказать тебе, что сегодня вечером открытие чудесного нового кафе. Мы непременно должны туда пойти. Сегодня вечером открытие казино «Петит» на Гайденштрассе 11. Пароль «Мирабо». Ровно в 11 будь там с Халом. Обязательно проследи, чтобы за вами не увязался Венг. Казино «Петит». Гайденштрассе 11. Обязательно идите туда скороче, но только старайтесь вести себя так, словно ни о чем не догадываетесь, чтобы не вызвать у нее подозрений. Вам ничего не угрожает. Я буду там еще до вас. Графиня, к ее великому сожалению, не сможет сегодня принять господина прокурора, поскольку господа приглашены на спиритический сеанс к тайному советнику Венделю. Гайденштрассе 11. Thank you.
Вы, господин прокурор, похоже, знаете заклинание «Сезам, отворись» и для самой потайной двери. Господа и дамы, мне выпала огромная честь при столь благородном собрании торжественно открыть казино «Петит». Казино «Петит» поставило своей целью во всех возможных отношениях удовлетворить самый взыскательный вкус. Здесь среди самых современных интерьеров и самых модных нарядов вы должны чувствовать себя так, словно перенеслись в золотой век, где в ходу только один девиз – «Разрешено все то, что приносит удовольствие». В другом мире. Любезная графиня, за столь долгое ожидание вы будете вознаграждены необычайно интересным знакомством. Мы не начинаем сеанс в ожидании приезда одного из знаменитейших наших психоаналитиков, большого знатока оккультных наук. Господа, я только что вкратце рассказал вам о разнообразных внешних и внутренних прелестях казино «Петит». Но что, если полиция вздумает вмешаться и помешать нашим развлечениям? В таком случае...
Да она же совсем ничего не умеет. Теперь, господа и дамы, вы полностью введены в курс дела. Начнем же игру. Среди нас чужой. Господа, думаю, я нарушительница спокойствия. Господа, прошу вас, не беспокойтесь, я охотно составлю графине компанию. Почему бы столу не покрутиться немного? Ведь самый умный всегда идет на уступки. Боюсь, в мире не осталось уже ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь сильно меня увлечь. Все, что доступно моему взгляду из автомобиля, ложи театра или окна моего дома, вызывает либо омерзение, либо безучастность. И уж во всяком случае, скуку. Вы правы, графиня. Ничто в этом мире не способно увлечь надолго, кроме одного. Игра с людьми и с людскими судьбами.
Позаботься, чтобы Короче не заметила, как я отойду. Я собираюсь позвонить в ближайший участок и распорядиться, чтобы все почтенное собрание накрыли и арестовали. Но ни в коем случае не оставляй Хала одного. Я попросила господина доктора Мабузе оказать нам честь в четверг во второй половине дня. А где же Вэнг? Знаете, что мне все это не нравится? Все кончится тем, что этот прокурор натравит на нас полицию, и мы здорово сядем в лужу. Машины стоят в переулке. Женщина! Задержите эту женщину! Конец пятого действия. Действие шестое. Следует ли нам предпринимать что-нибудь, чтобы освободить Короче? Какое мне сейчас дело до Короче? Будь с ней, что будет.
Вы даже не представляете себе, господин прокурор, с чем вы играете, отказываясь меня отпустить. Даю вам на Венка еще неделю, чтобы вы могли все сделать наверняка. Но ни минутой больше. От него необходимо избавиться. Скажи, не будет с моей стороны слишком невежливо еще раз отменить визит этого доктора Мабузе? Я даже не могу этого толком объяснить. Я не могу понять ни то, почему я вдруг его пригласила, ни то, почему я так хочу его приглашение отменить. Я... Прокурор фон Венк осведомляется, может ли графиня его принять. В течение часа точный план дворца Тольдов должен быть у меня. Какое-то время назад вы обещали мне свою помощь. И сейчас я пришел вас о ней просить. Это женщина. Это женщина.
Вас, с вашего, разумеется, согласия, посадят в камеру с Короче, как будто бы вас тоже арестовали в каком-нибудь карточном клубе. И я убежден, что вам удастся то, в чем мы, мужчины, пока не преуспели, заставить Короче заговорить. Не забывайте, что речь идет о поимке одного из опаснейших преступников всех времен. И в конце концов, о выполнении морального долга. Что? Он в круглой комнате? В той самой, где жила Короче? Шпёри. Комнату следует как можно скорее отремонтировать. Значит, сегодня вечером в полицейском управлении. Вечером. Госпожа Короче, ну и совпадение, вы только представьте себе, меня арестовали. У Шрамма, и вот приволокли сюда. Я так возмущена, я просто вне себя от ярости.
Что мне здесь нужно? Превосходно, браво! А вы здесь что, по собственной воле очутились? Я слышала, будто вас считают замешанной в эту отвратительную историю с убийством, шито белыми нитками. Как они вообще до такого додумались? Вас наверняка и рядом-то не было, когда это случилось. Вам что, совсем не стыдно? Похоже, наш господин прокурор исчерпал уже все свои средства. И теперь он ждет от меня помощи. От меня, жалкой и всеми заброшенной, как бездомная собака. Не по своей же воле он вас оставил, его же убили. Убили? Кого убили? Хала? Ну да, с чего бы это ему вдруг умирать? Его может погубить только он сам. О ком это вы? Кто он? Этого не знает никто. Но он есть. Он жив. Он тенью навис над городом, огромный как башня. Он и высшее зло, и высшее благо. Он величайший из живущих. И когда-то он меня любил. Возможно ли такое на свете? А теперь подумай, может ли что-нибудь заставить меня выдать этого великого человека вам, жалким тварям? Thank you.
Простите меня, госпожа Короче. Я не знала, что вы его любите. Глубокоуважаемый господин фон Венг, когда я изъявила согласие с помощью выдуманной истории выведать нужные факты у Короче, я рассчитывала встретить корыстную пособницу опасного преступника, а встретила любящую женщину, чьи простые и самоотверженные чувства заставили меня устыдиться своих подозрений. Я не гожусь вам в союзники. Простите, если разочаровала вас. Дасси, графиня Тольт. Большая игра. Господин доктор, как вы относитесь к экспрессионизму? Экспрессионизм – ребячество, игра. Но почему бы и нет? В конце концов, что в наши дни не игра? Раз уж все вокруг игра, то я надеюсь, вы не будете возражать, если мы перейдем к покеру.
Ваш муж – удачливый игрок. Удивительно, обычно он не играет. Совсем недавно я узнала о существовании чего-то, во что никогда раньше не верила, и что кажется мне ценнее и поразительнее, чем самое сильное переживание. Любовь. Любви нет, есть только желание. Счастья нет, есть только жажда власти. Тольду сегодня прямо-таки невероятно везет. Может, мне стоит привести вам доказательства силы наших желаний? Шулер. Моя. Конец первой части.